Мы находимся в храме святителя Николая. Это сердце нашего села. Сегодня наш храм отмечает престольный праздник. День памяти святителя, угодника Божия Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. Сегодня за божественной литургией пел замечательный хор из храма Святой Великомученицы Варвары. На богослужении собралось очень много людей, сельчан. С возрождением храма началось возрождение и древних русских традиций. Седьмого января у нас будет большой праздник, Рождество в Никольском. Планируется большая, широкая русская ярмарка с крестьянскими хозяйствами, с ремесленниками. Планируется гастрономический дворик, традиционная русская кухня. Тесто подошло, хлебушек будем печь. Вот и в печку пошло наше тесто. Планируются старорусские аттракционы, забавы народные. Планируются колядки, христославы, дети, взрослые. Пойдем программу, я думаю, что многим тоже очень понравится. Это будет путешествие на конной упряжке, в санях, в соседнее село, Тарлыше, в древнюю Покровскую церковь. Я думаю, очень порадует людей. Мы приглашаем вас на этот светлый праздник –